Тема 716. Открытки для разведенных людей. Интересную нишу в сфере открыток нашла одна разведенная пара. Поздравительных открыток для счастливых людей у нас множество. А вот для разведенных людей практически нет. А зачем разведенным людям друг друга с чем-то поздравлять? Да не обязательно поздравлять. Просто навести мосты – это уже счастье после нескольких лет развода. Большинство людей у нас, особенно разведенных, не умеют общаться, потому, кстати, они и развелись в свое время. Но жить так невозможно. Хотя бы потому, что чаще всего у таких пар остаются дети, которые требуют внимания со стороны обоих супругов. И хочешь не хочешь, нужно продолжать как-то наводить мосты и исполнять. Родительские обязанности. И если очень трудно позвонить по телефону и спокойно сказать, как у тебя дела, то послать открытку намного проще. На открытке написано, примерно, конечно, то, что случилось между нами, печально. Жизнь крутит нами по-всякому, в итоге получается не так, как хотелось бы. К счастью, мы смогли сохранить что-то очень важное между нами, добрые отношения. Давай начнем новый круг наших отношений в качестве друзей. После прочтения подобных слов наверняка что-то оттает в груди, захочется снять трубку телефона и позвонить бывшему мужу, жене, чтобы, действительно, начать с ним новую жизнь в качестве добрых и близких друзей. Автором текста на данной открытке, как и на других прочих, Кеннет Басс, соучредитель фирмы Charts, производящей открытки для разведенных. Они издают открытки для разведенных и продают их не только с общего сайта cards.com, но и через многочисленные магазинчики, как видно на фото выше. Их открытки посвящены не только предложению дружбы после развода, но и поздравлениям с традиционными праздниками. Только текст у этих открыток специфичен. На лицевой стороне открытки написано, не буквально, «Я до сих пор вспоминаю то замечательное время, когда мы вместе проводили время с нашим ребенком». А внутри открытки, «Я счастлив и горд тем, что ты вкладываешь все свои силы в воспитании нашего ребенка. Поздравляю тебя с Днем Матери. По-моему, очень мило и приятно. Я в наших магазинах таких открыток не нашла. Кстати, замечательный был бы бизнес для поэтов и художников. Они ко мне часто обращаются за помощью. Раньше я их все время посылала к коммерческим предприятиям, сочинять для них рекламные стихи и слоганы, смотрите, как продать стихи, а теперь вот им можно предложить подобный романтичный бизнес для объединения сердец простых людей. PS. Кстати, открытки можно продавать не только в магазинах и через свой интернет-магазин. Я видела, как неплохо продаются открытки у некоторых художников на ярмарке мастеров, Livemaster.ru.